Всем привет! 2020, к счастью, завершается, и уверена, что все мы его провожаем с легким сердцем и верим в лучшее, что новости будут только позитивными, эмоции только радостными, а все мы счастливыми. Именно так и будет. Ну а пока вернемся в реальность. Я расскажу, чем запомнился последний рабочий день уходящего года. С 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте. На автобусах и маршрутных такси рост составит в среднем 3,6%. По карте «Стрелка» придется платить 36 рублей 74 копейки. При оплате банковской картой – 37 рублей, а за наличные – 58. Пока изменения коснутся муниципальных перевозок, тарифы на коммерческих маршрутах останутся прежними. Льготы в размере 50% продолжат действовать для студентов, а для пенсионеров и инвалидов сохраняются бесплатные места. В настоящий момент от перевозчиков в администрацию не поступала информация об изменении тарифов. Поэтому с 1 января по текущей ситуации тарифы останутся на коммерческих перевозчиках такими, как они были в 2020 году. Без изменений. Муниципальные власти также напоминают о том, что график движения автобусов в период новогодних праздников до 11 января будет осуществляться по расписанию выходного дня. Скворцы, синицы, галки, зяблики и другие пернатые обитатели Центрального парка Мытищи останутся без корма в новогодние праздники. Для них соорудили настоящую столовую. С инициативой выступили активисты общественного совета парка и общественной палаты округа, а также неравнодушные горожане. Помогли воплотить проект и юные воспитанники фонда «Твори добро». Своими руками дети смастерили кормушки из подручных материалов – фанеры и пластика. Стерили, выжигали. Рисовали, разукрашивали. Надеемся, что будет время, да, приезжать будем, смотреть. Заполнять, если не будет хватать семян. Помогать пернатым зимой могут также все неравнодушные мытищинцы. Для этого просто нужно следить, чтобы в этой столовой всегда присутствовали любимые лакомства пернатых – пшено, семечки, хлеб. Птицы всегда будут благодарны таким подаркам.